Очаков ТВ представляет. Здравствуйте, Америка. Привет, Сочи. Ну как у вас там в Сочи? Тепло. Я хотел сказать в Сочах, но вспомнил, что это неправильно. Сочи не склоняются. Учимся. Учимся, конечно. Сколько у вас градусов сейчас? Я не знаю, ну градусов 12-15. А, ничего себе. Так у вас там весна, что ли, пришла уже? Субтропики у нас тут. А, у вас субтропики. Кто бы мог подумать? Ну, так получается, просто в силу географической необходимости так получается. Географической необходимости. Да, вот вы завернули, сами не поняли смысла сказанного. Да, понял. В силу, говорит, географической необходимости. Слушай, а территории ваша страна захватывает в Украине тоже в силу географической необходимости, как ты думаешь? Нет такой страны в Украине. А, нет такой страны. А что? Да. А что там, вот где на картах всех стран мира, где написано Россия, Украина, Россия. Что там? Россия. Россия. А кто так решил? Русские земли. Кто русские так земли. Решил, кроме россиян? Кто это так решил? Наши предки. Русские предки наши. И те люди, которые там живут. Предков уже давно нет, решают сегодняшние люди. Так кто люди, это те, решил? Которые там живут. Ну, давайте проведем референдум. В чем проблема? Вы же не против? Ну, в Чечне пытались провести референдум. Вы же стерли с лица земли. В смысле пытались? Грозный. Вот так. Здрасте. Да, провели да. Референдум. Провели. Кто потребовал референдум в Чечне? Что? Знаете, вот эту вашу шляпу, короче, в Чечне пытались провести. Кто потребовал референдум в Чечне? Ну-ка, расскажите мне. Помните все это по датам? Чечня хотела отделиться? Нет. Чечня а, хотела не хотела Чечня только... отделиться? Чечня хотела отделиться только когда Дудаев пришел. А за что же вы убили 300 тысяч чеченцев? Это сколько? 300 тысяч. 300. 300 тысяч. О-о-о. Ништяк. Подожди. А ты считаешь, 300 тысяч это а что? А что ты перебиваешь? Эта цифра правдивая или нет? Я что перебиваешь? Эй, шаг ты ебаный. Тихо, не гори. Орк, не гори, чего ты? Америка. Сочинец, не гори. Не гори, орк. Ну что ты? Все, да? Орк загорелся. Арчила подорвала, блин. В силу географической необходимости. Не, ну, видите как, хотел же поговорить нормально. Он возгорелся. И разговор как бы не так, чтобы сильно получился. Здрасте. Привет. Зачем скипали? Кого? Меня. Что я помню, зачем я скипал. Бывает, скипаю подряд. Рожа не нравится моя вам. Может быть, не понравилось. Может, еще по какой-то другой причине. Может, по инерции. Какой целью интересуешься? Ты так хочешь со мной поговорить сильно? Ну да, это же от противного идет. Раз человек скипает... Давай поговорим, давай. Ты из какого города? Из Петербурга. А ты в самом Питере живешь? Да. И сейчас в Питере находишься, да? Да. А вы? Где, в каком районе ты живешь? Да, давайте я не буду уточнять. А чего так? Не знаю, вы слишком настойчиво интересуетесь. Ты не знаешь Питер? Я знаю Питер, просто я там жил. В Наваське я живу. Ты на Ваське живешь? Неплохо. Где? В каком районе Наваське? В районе морского вокзала.
А бабушке квартира досталась? Нет. А вы когда там жили? Жил когда-то, в прошлой жизни. А сейчас где? В Калифорнии я живу. А, ужас. Ужасное место. Сколько раз вы были в Калифорнии? Что считаете это ужасным местом? Да, нисколько я не был, я просто как бы читаю. Просто пресс, знаете. Смотрю, да, какой там бардак, какой там ужас. Это просто бомжатник. Вонючий. А что вы смотрите? Какие источники информации вам показывают такое? Да, супер разные. Слушайте, в основном YouTube. Ну, и те, кто там живет, жил, как бы в среднем люди говорят, отстойное место. А что там... они показывают, ну, конкретно? Да все. Ну, все что? Что конкретно вам там не нравится, что они показывают? Ну, преступность очень высокая. А как они показывают в своих роликах высокую преступность? Очень, слушайте, так есть статистика. Калифорния действительно опасное так место. Так вы статистику смотрите или YouTube-каналы? Вы определитесь? YouTube вы путаетесь в показаниях. Хорошо. Да. Вот вы утверждаете, что в Калифорнии низкая преступность, в Лос-Анджелесе низкая преступность. Может, там еще и наркотиков нет, и бомжей мало. Ну, что вы мне залечиваете? Это место ничего из вышеперечисленного я вам не говорил. Я пока пытаюсь выяснить, где вы берете информацию, а вы путаетесь в показаниях. Я не путаюсь в показаниях. Где вы взяли информацию, что высокая преступность в Калифорнии? Все об этом говорят. Вот, а где вы взяли информацию? Кто все? Слушайте, это все, кто там жил, был и все. Ну, все это кто? Как? Я тут живу больше 25 лет. Я не считаю, что есть высокая преступность. Кто вам говорит, что она высокая? Кто вам это сказал? Слушайте, да блогеры обычно, или те, кто там жил, интервью-то полно. Вы же не единственный это человек. А каким образом блогеры могут дать цифры, которым вы вдруг взяли и поверили? Почему вы какому-то блогеру верите, что высокая преступность в Калифорнии? Хорошо. Вы утверждаете что? Что в Калифорнии низкая преступность, да? Я такого не говорил. Я спросил, где вы берете такую информацию, что в Калифорнии скажу, высокая преступность. Не запоминаю. Вы не запоминаете. Так с этого и начнете. Вы пытаетесь выкручиваться. Так и скажите, я не запомнил. Скобеева рассказала, но не рассказала, где я конкретно. Я не смотрю Скобееву, боже упаси. С чего вы взяли вообще? Скобеева – это образно. Это образно. Ну, вся ваша пропаганда – это образная Скобеева, коллективная Скобеева. Слушайте, ну а ваша пропаганда – это там образные CNN бредовый какой-нибудь... Но это тоже бред собачий. Все же смотрят. В Америке нету пропаганды в том смысле, в котором она есть в России. Даже близко. Есть пропаганда, просто у нас условно там один клан, да, вот властный, а у вас там есть вот две партии. Но журналистика, качество там повыше за счет того, что есть вот эта конкуренция. То есть ты... Ну а в целом такая же там пропаганда, такое же вранье. Повыше все-таки журналистика, да? Если брать несколько изданий, вот я читаю буквально, это Washington Post, там, New York Times, там, The Hill, еще более-менее. Про преступность в Калифорнии, кстати, вы цокали, так ничего и не нашли, да, я смотрю? Я не искал, сейчас посмотрим. Да, нет, вы именно это и искали. Давайте, я с удовольствием посмотрю. Так... Да мне лень изучать, но ты же лень изучать, что... я понимаю. Лос-Анджелес... Просто брякнули какую-то хрень. Хорошо, давайте еще раз. Кинули, так сказать, доказательства и ни хрена не нашли. Я просто не хочу искать, но вы просто да пытаетесь... Да естественно, для чего тогда балаболите? Для чего? Да это вы балаболите, вот еще раз. А что я балаболил? Я же не утверждал такую хрень, как вы. Хорошо, вот вы утверждаете, что в Лос-Анджелесе нет преступности? Вы что, прикалываетесь? Нет ни одной страны в мире, где бы не было преступности. Вы утверждаете, что в Лос-Анджелесе низкая преступность, что там нет банд, нет наркотиков, нет криминала. Вы серьезно? Низкая по сравнению с чем? Все же в сравнении познается, правда?
Ну, она относительно очень высокая. По сравнению с Россией уж точно современная. Да? А Конечно. посмотрите, число насильственных преступлений в России и в Америке где выше, как вы думаете? Конечно, В конечно, выше. России заметно выше. Нет. Прямо Я вам сейчас скажу. открывайте, открывайте. Рейтинг стран по количеству насильственных преступлений в мире. И вы посмотрите, где там. Намбио, наберите. Намбио, крайм рейтинг, да. Намбио, Наберите то, крайм что я рейтинг. вам сейчас сказал. А вы наберите то, что я вам сейчас сказал. Наберите то, что я вам сейчас сказал. Там будет много источников. А то, что вы мне даете какой-то ваш пропагандистский один источник, так это Вот ни о чем не говорит. Намбио – это международный источник, и он не пропагандист. Вы просто А очень какой? А примитивный. какой он? А какой он? Намбио? Да, какой? Ну, вы знаете, что такое Намбио? Что это за Нет, сервис? не знаю, что это. Ну вот, вы настолько глупый и невежественный, что вы сразу делаете суждение о том, о Так чем даже не что знаете. это такое Намбио? Мне с вами неинтересно Как разговаривать. называется сайт, скажите? Вы не проявляете признаки разумной формы жизни. Мне с такими, ну... Все, обосрался и убежит сейчас, я понимаю. Чувак Вот там обосрался и сейчас убежит, я понимаю. глупости. Вот я сколько в чат-рулете сижу, а Ну американцы, давай, я они подожду, пока убежит. иммигранты, Давай. они отличаются исключительным хамством, Давай, я слабой посмотрю, эрудицией, когда ты убежишь. глупостью. Сейчас или еще Вот пару не минут, просто так говорят, пару что у минут вас много таких повозникаешь, людей, и нет? вы этого понабрались. Так что Так слава расскажи, что богу. это. А, все, да. Ну, естественно. 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 Естественно, чувак убежал. А чего еще можно было от него ожидать? Никто другого и не ожидал от него.